Добрый день. Сегодня мы на таком мероприятии Шапшукское дерби. Очень много участников, разные классы, много знакомых, много разных городов, почти со всего края. Мы заявились в класс спорт красное и в класс туризм Олег. В общем, сегодня будем кайфовать. Видос, естественно, снимать не будем, потому что мы сегодня все участвуем. И гонка идет по легенде. Неудобно снимать, неизвестно где точки. В общем, будем кататься. Готовы? Да. Рыжий? Да. Можно поспать? Ну, отдай. Плавненько, аккуратненько. Опа. Мы, кажется, здесь сразу летим. Даете тому вот заехать. Самолет встречу, понятно, высадить. Удачный последний 9-й номер. И мне кажется, прекрасно. Его сейчас строят. Это все подровняют. Прям план на 5 баллов. Так, может сначала лебедку. Разрешить мало. Да. Быстренько. Какие-то потери времени, мне кажется, сейчас. Идет такое очень долго. Да, зато тоже нормально. Да. Ну, тут лебедка быстрая. Вообще бодро. Очень хорошо. Прям 5 баллов, по-моему. Здесь лебедка гол. Да. Она очень быстрая. Интересно, у него задний мост обваренный. Чуть-чуть быстрее. Давай. Направо сразу.
feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. We'll be right back.
so messed up. Don't ignore the signs, we've had enough of the whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way.
Все, мы финишировали. Проехали 36 километров за 3.15, 3 часа 15 минут. В принципе, все хорошо. Перевернулись, разулись. Ну, все нормально. Вот такая здесь техника стоит. Интересная, красивая. Много участников, видно, спортивных, боевых пацанов. Вот тоже в нашем классе спорт приехал, но мы его не видели. Вот, обгоняли, нас обгоняли. Вот, некоторые поломались, ну, не знаю, сейчас ждем подведения итогов, и, может быть, что-нибудь даже нам дадут. Ну, видно будет. Вот тоже наш класс. Мы заявились в класс спорт, вот, соревновались вот с такими вот монстрами. Это у вас очень интересно. Ну, сегодня у вас немножко технические, да, проблемки были. Третье место. Николов. Николов. Это красава!